привет, ютуберы. Приехали на очередной коп. Сейчас такси бросаем. Ну, как обычно, такси. Мы москвичи на другом транспорте на коп не ездим. Сейчас такси здесь, в общем, оставляем. На УАЗик пересаживаемся. И хреначим вот туда, через поля, через леса. Там бумажная фабрика была. Дома стояли, деревенька небольшая. Сейчас ничего не осталось. Будем ходить, выбивать, смотреть. Место наверняка копанное. Ну, что-то, надеюсь, будет. Что-нибудь да найдем. Поехали. Вот на первое место приехали. Здесь деревня стояла. Даже трава покошена. В общем, сейчас походим, посмотрим. Самое интересное, ямок не видно. Ну, мы с вами на УАЗике или проехали. Обратно поедем, наверное, засниму какие-то дороги. Ну, я имею в виду это. Да, на УАЗик даже не заметил. На свои бы вообще не доехали. Так, дискрим нафиг. Такси на дороге оставили, там таксист спит. Ждет, пока мы походим. Так, все необходимое взял. Вот от машины сколько прошли. Ребята по скошенной ходят. На сухой. Я вот по такому. В общем, ни одного цветного сигнала нет. Железные только. И кто-то копал уже, там петли от ворот валяются. Выкопал металлические, еще что-то там. Ну, в общем, пока только железо. Ни одного цветника нет. И все глубоко прям. Ну вот, наконец, теперь цветной сигнал был. Такая вот моток проволоки. Кусок, моток. Алюминь. Пока у нас Леха чемпион по находкам, у него двое советов. Копейка 29 и 3 копейка 31. У меня вот тоненький сигнал. Видно, что глубокий, без VDI. Тоненький, чисто цветным, без шлюханий. Я уже вокруг прошелся. Но что-то глубоко. Рыжит явно. Все, захрюкал. Слушайте, а он не глубоко был. Места золотые. Пуля. Цинцовая пуля. А, нет, это алюминий легкий. А плавушка какой-то алюминиевый. На. Подкинул. Дороги доехали на такое поле. Здесь ничего не было, но трава пострижена. Ребята решили походить, посмотреть. А у меня пока перекус. Ну вот, к ребятам присоединился. У меня первая находка, пуговка гирька. Ушко поломанное. Ну, знак, что здесь что-то есть. Было, точнее, сопутка попадается. Тут яма есть, кто-то ходил, копал, хоть на старых картах ничего. Бывает такое, приезжаешь на поле, на старых картах ничего нет, а находки идут. Вот что-то в куске пищит. То ли конина, то ли крест, что-то похоже. По-моему, крестик. А, нет, вообще какая-то непонятная ерунда. Конина, скорее всего, была.
Да, зацепами конина забираем. Смотрите, находки здесь идут. Вот у меня крестик выпал, вроде целый. Опа. Маленький нательный целый крестик. С ушком, отлично. Берем. На хабарницу в машине оставил, все в карман ходу. Главное не сломать. Ну что, нормально, ничего по карте не было. А уже 3 находки. Такси гоняет по полям. Смотрите, какая красота. Кусочек уже разломил. Раскрываю. А тут гирька. Опа, с ушком. Целенькая. Забираем. Блин, как бы ушко в кармане нет ломать. Берем. Что-то опять у нас разведка не сдалась. Несколько полей объездили, несколько урочищ. Находок толком нет. Сейчас в лесу старый тракт ищем, ходим. И тоже безрезультатно пока. Сейчас уже скоро темнеть начнет. Надо будет домой двигать. Из леса на поле такое покошенное вышли. Вот мне первая монета попалась. Советы. Позднее, ранее. О, ранее. А? Не. Совет ранее. 10 копеек 52 года. Первая монета за весь день. Эх, стоило ехать за 100 километров. Вот самая офигенная находка за сегодня у Вовчика. Крестик серебряный. С какими-то символами. Четко. Вот это четко. Это четко. А здесь хрень одна. Опять зашли в лес, в общем, где Вовчик крест серебряный вырыл. Это у меня полушка выпала. Маленькая, убиенная. Но все-таки империя. Шоп. Не знаю, где ребята. Что-то все разбрелись, растерялись. Это, наверное, пробка пивная. Советская. Опа. Кинул. Опа! А, слушайте. Фу. Еще одна империя. Деньга. Прямо наверху лежала. Но вижу ушедшая тоже вся. Опа. Ну какой пятачок нарвался. Совсем тоненько ушедшая и лежала не глубоко. Если что-то еще попадется, покажу вам, сниму. Ну вот так ездишь целый день по лесам, по полям, и находок толком нет, с каждым разом все хуже и хуже. В общем, 3 урочища объездили, несколько траков, там старых дорог, по полям по всяким полазили. И вот такие вот скудные находки. 2 конины с заклепками. Пуля на кабана, скорее всего, была свинцовая, сплющенная вся. Картечь, пломба свинцовая, но я ее потер, ничего нету, без надписей. Там много такой сапотки попадалось, не все брал. 2 пуговки гирьки, одна с ушком, другая без ушка с отломанным. Наверное, я отломал, тут свежие следы, кого капал. Целый крестик, половина креста, 10 копеек 52 года. Ну, 2 империи выпали, по ушку деньга. Тоже все ушедшие. Лесного сохрана нет.
Вовчик куда больше повезло, там крест серебряный, видео я вам показывал, даже фотографии ставил. Как-то так получается. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем счастливо.